сегодня я подумал, а что если все инвизеры... Опа, кентавр один, ничего не подозревает. Крысиное нападение. Крысиное нападение. Просто с инвизов побегали. Опа. Крисы. Крысиное нападение. Зачем бы не улетело? Боже, все инвила собрали уже. ТП, ребятки, все ТП, массовый отход. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксонас, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если все инвизеры? Будет ли это интересно, будет ли это весело? Сейчас мы это и узнаем. Реально, хочется проверить эту тему и посмотреть, что из этого получится. Короче, мы придумали. Я играю на Боннике, остальные ребята возьмут там БХ, Рикимару, Наруба Ассасин, Нарубиан Вивера, Нарубиан Вивера. И будем просто душить по всей карте, бегать фаново, просто проводить время. Не знаю, как это все будет, интересно или нет. Мы сейчас это в целом узнаем и посмотрим. Так, кого надо забанить? Шейкера тоже хотят забанить там. Пару тоже надо бы забанить, давайте, все, и погнали. Ребятки, не забывайте поставить лайк на вот это видео, которое сейчас вы смотрите. На прошлые видосы тоже залетайте в рубрике «А что если?» и смотрите контент фановый, веселый и интересный. Самое главное, чтобы было интересно, ребятки. Поэтому спасибо всем, кто поддерживает, спасибо, кто лайкает, спасибо, кто заходит на стримы в 19 по МСК. Также, да, не забывайте, если вы не успели на стрим 19 по МСК и хотите стрим где-то посмотреть, а ведь я стримы все закрываю, конечно же, чтобы не прилетали авторские права, то для вас есть решение. В ссылке в описании у нас будет указана платформа Boosty. На Boosty я показываю все стримы, которые у нас были, ребятки. Там подписка платная, всего стоит 100 рублей. Если хотите, залетайте. Кому удобно, пожалуйста. Если вы не успеваете смотреть стримы 19 по МСК, то это будет хорошее решение для вас, чтобы зайти и посмотреть стрим там. То есть не как на Твиче, да. То есть если у меня сейчас не работают всякие рестриминговые платформы, то если раньше я мог на Твиче хотя бы это делать, но на Твиче я сейчас не могу это делать. Поэтому приходится отдельно заливать либо каточками, либо целиком оставлять ссылочку на видос, на сам вот этот стрим, который был. И, конечно же, для вас, я думаю, это будет удобно. Не сочтите за какую-то наглость, но многие ребята это просили, и я таки это сделал, я давно хотел это сделать, и все-таки мы добились успеха. И там уже очень много довольно-таки подписчиков, уже целых 15 человек по платной подписке. Там немного это стоит, ребятки, в месяц 100 рублей, если просто не успеваете на стрим, мне кажется, это более чем. Да и, в принципе, мне какая-то поддержка от вас, и это, конечно же, приятно, ребятки, спасибо всем, кто поддержит Рилли. Так как спонсорка в Ютубе не работает, я вообще думаю спонсорку туда перенести, чтобы и видосы там раньше выкладывать. Ну, как-то вот, не знаю, пока это в стадии таких раздумий, но уже стримы там есть. Стримы туда я уже закидываю, так что можете заходить и смотреть. Вот такая вот приколюха. Что поделать? Дело такое. Конечно, многие негодования словили с этой темы, типа, о, все ясно, продался и тому подобное. Ну, типа, я не вижу в этом ничего такого, что многие ребята, кому действительно удобно, кто-то на работу уходит, кто-то спать рано ложится. Они будут заходить и смотреть эти стримы, как бы, ну... Вот день есть, да, раз на работе врубил. Так как стримы я не сохраняю на Ютубе, чтобы авторские права не лютили. То вот можно сделать вот такой момент. Как бы и мне хорошо, и вам по кайфу. Почему нет? Так что, ребят... Ого, ничего себе. Вот это мощно. Мощь! Зачем? Мощь. Надо было подпустить его поближе. Надо было его поближе. Поближе. Так, таракашки пошли. Хорошо, главное монетку забрать, мне все равно. Опа. У нас получается кент. Кентавр. Гау. Жесть. Так, ну что, ребят, будем... Я так и знал, пишет. Жесть. Будем, короче, где-то примерно на 8 минуте. Ну, короче, сначала лайнинг отстоим. И потом начнем по карте бегать просто в пятером. С инвизом, как он и руба инвиз там откроется.
И посмотрим, как у нас получится эта приколюшная тема. Надеюсь, видос реально будет фановым. Не знаю. Но я в таком предвкушении фанового видоса, потому что, ну, это же весело. 5 инвизов. Побежим душить. СФа сильно задушивать не будем. Пусть парень кайфует дотку. Играет. Хорошо. Возьмем эску, это сапожочек у нас будет. Ну, хорошо. И соул будем выходить. Еще один вард поставил, что ли? Ну, вот неугомонный чел. На СФе. Чел на СФе максимально неугомонный. Промах. Еще хочу промах. Это забавно. Вообще, я могу его спокойно поубивать, но мне его жалко. Мне его жалко. Мне его жалко. Жалко этого Shadow Fiend'а. Ух, блин, каелы. Каелы страшные. Идет койл давать дальний. Не надо, дядя. Ща по тэшку зайдем. Хорошо. Shadow Fiend, Shadow Fiend. Ух, СФ раздает прокасты. Прокасты жесткие дает. Сильно не душите. Чтобы было интересно вгангаться. Сильно не душите, пацаны. На шестом ЛВЛ, го. Пятером соберемся. СФ Душнилович. Сейчас убивать меня будет, походу. СФ убивится. Давайте две хилочки возьмем. СФ меня с койла сейчас убить может. Можно начинать там, знаете, ну, в пятером, наверное, даже куда-то дойти. По кайфу. СФ какой, блин. СФ какой. Давайте побьем немного СФ, потому что он что-то хочет тут опасно предъявить мне. Кстати, у него минус армор. О, я стрелы не включил. Из-за этого сдохну, что ли? Да, я стрелы не включил, из-за этого сдохну. Минус армор вкачал. Жесть. Там СФ, один КПТС, но я ему мид сливаю. Ну, на самом деле, это не слитие мида, у меня же один фражочек уже был. Я откуда? Знаю. Что за вопросы? Так, Рики есть у нас. Апа, это же левел. БХ тоже левел. Апа, это четвертый. Хорошо. Найс. Так, ну что, СФа еще раз убьем, чтобы он себя не верил. Чтобы мне не говорили, что я мид сливаю лоу ПТСнику. Ну реально. Лоу ПТСнику мид сливаю. Вот так делаешь? Оп. СФ такой, ага, он по-любому не ушел, да, Боник? Оп, и погнала. Все. Чтоб вы ничего не говорили плохого. Так, стрелы не буду качать, инвиз возьму. Да, тот же страта через инвизики. Поэтому гоу. Так, у Неруба там левела нет. Сейчас низ. Порофлим. Сентри там, нифига себе. Сентри там.
Ну иди сюда. Мне тут крипов по-любому надо забрать. Го. Го, пацаны, нападение. Первое нападение пошло. Первое нападение инвизеров. Выход. Оба, попались. Оба. Жесть. Крысиное нападение. Крысиное нападение в бой. Паузу ставит. СС где? Мидер. Мидер где СС? Жесть. Мидер где СС? Крысиное нападение удалось, ребят. Да иди в задницу с этими паузами. О, токсик вонючий. Прикинь. Жесть. Крысиное нападение получилось. А, они там дерутся. Вместе сейчас вообще по рофлу можно делать вещи. Кто я сентри купил? Сентри купил. Регенчик. Мне надо. Там сентри. Стой, 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 стой. Вместе, вместе, го. Гоу, заходим. Три крысы. Та-та-та-та-та-та. И он такой, о нет. О нет. Вы просто смотрите, сколько инвиза. Жесть. Прикиньте, как не гонит. Топ го. Топ го. Жесть. Парни, готовы? Инвиз жми, ныру. Го. Пацаны, заходим. Смотрите, толпой. Толпой. Три крисы уже есть. Четвертая криса. Никого нету, их оба все появляются. Оба. Появились все. И Неруб тут. И кентавр тут. Все тут. Кентавр тоже. Да в таверну его нафиг. Хорош. Крысиное нападение. Хорошо. Крысиное нападение надо. Пойдем за Т-шку. Жесть, СФ там огрызается. Крысиное нападение. Хорош. Крысиное нападение. Хорошо. Ребят, сейчас там откатываются кнопки. Вниз. Соберемся в пятером, смысл. Пятером надо. Надо главное в пятером. Инвизы. Опа. Погнали. Крысиное нападение пошло. Опа. Опа. Жалко, топориков нет. У кого-то был там топорик, я помню. Туши его нафиг. О, меня лупит. Надо вот так сделать. Потеря хп хоть и была, но... О, крысиное нападение! Фига мы мощные. Отлично, еще и не скачаю. Крысиное нападение. Хорошо. Надо этот, урну взять. Урну взять, пацаны, надо. Хорошо. Ча, хп. Хп пополню. То есть аккуратно сейчас так по карте будем двигаться. Блин, забавно выходит. Забавно. Урну возьмем. Хорошо. Пойдет. Та-та-та-та-та-та. Да, где мы? Опа, крысиное нападение. Опа! Крысиное нападение. Просто. Хорошо. Гонис. Так. Неруб, го. Вместе. Жми.
Поехала. Крысиное нападение готовится. Жесть. Тупо кринж какой-то. Опа, кентавр один, ничего не подозревает. Крысиное нападение. Жесть. Крысиное нападение, и пришли. Опа. Давай, давай, его туда же. Крысиное нападение. Хорош. Давай этого туда же. Крысиное нападение в атаку. Хорош. Отлично. Крысиное нападение. Так, ищем, я буду искать. Я буду искать. Так, БХ там побежал, да? БХ там побежал. Так, если что, урна есть, ребятам раздаем, потому что у нас активчик будет. Хорошо. Гоу. Пофиг, не добил крипага. Крысиное нападение чисто. Опа, вивер такой идет даже. Давай, вивер, брат. Крысиное нападение. Вон там он, смотрите. Погнали. Иду. Иду, 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 иду. Рики уже напал. Не надо, дядя. Вместе надо. Крысиное нападение. Давай уже забирай, чё ты. Ладно. Так. Гоу. 5 инвизов, просто по карте бегаем. Ищем всех. МХ бан. МХ бан. Кентавр там опять внизу. Го кентавра. МП. Кену. Кену МП. Где там? Ищем. О! Опа, крысиное нападение. Жесть. А вы думали, мы тут одни? Тут все крысы района. Все крысы района здесь. Жесть, просто 5 инвизов по карте бегает, кошмарит. Забавно. Я не знаю почему, но это реально забавно. Ой, Омника туда же, блин. Его туда же. Давай, давай, давай. Ничего страшного, крысы здесь всегда. Хорошо, захилил. Жесть. Это забавно, я не знаю. Это забавно. Это крысиное нападение. Че, на топе там уже Кент? ТП. ТП все, пацаны. Все ТП нажимают, просто начинается крысиное нападение. Жди. Жесть. Вивер. Опа. И пошло, крысиное нападение. Жесть, что за хрень? Что это такое вообще? Это реально, это забавно, я не знаю. Просто я реально не выдавливаю себя, но мне смешно с этой фигни. Это жесть. Просто пятером влазим, го лес. Пацаны, лес, побегаем. Хорошо. Неруб, гоу, жми. Жми. Тут кто-то фармил. Ждем всех. Вот сюда. А, вардик стоит. Хорошо. Че, через всю карту пойдем? Го туда. У нас вряд ли получится сделать что-то там уже. Ну, чисто крысиное нападение. 5 инвизов бегаем. Оба! Пошло дело. Боже. 5 инвизов просто выбежали.
Иди сюда. Оп. Хорош. Найс. Забавно. Опа, нырубчика. Поджали. Я захилю, если что. Урна есть, можно поесть. Жесть, только эти звуки. В инвизу заходим. Кентавр на низу. Го на низ. Кринж. Кринжовая тема. У меня 522, пусть забирают этот медленный. Рики. Ждем. Просто все, нападение пошло. Крысиное, самое натуральное. Опа, все, забрали. Жесть. Не знаю, как вам, но это мне это лично забавно. И далее. Стелс пати. Он понял. Понял. Оп, хорошо. Погнали. Рыбчика КД, да? Повезло вам, что я в хлам. Повезло вам, что я в хлам, говорит. Так, ищем, находим, убиваем. Опа. Оп, хорошо. Хорошо. Держи, дядь. Хорошо. Погнали. Че там Рики потерялся? Ты где? Че потерялся? Потерялся Рики. О, вот тут. Крысиное нападение. Let's go. Шесть. Я даже не вылазил. О, еще. Еще, чувачок. Давай, давай, туши его. Хорошо. Хорошо. Жесть. Опа, обсервы. Сломаю. Хорошо. Кентавр как бот запрограммирован. Просто идет по одному лайну, вот ему так по кайфу. Жди. Все ждите. Ждите все. Хорошо. Оп. И пошло дело. Толпой, толпой, толпой. Жесть. Парень в шоке. Вот тут тоже можно. Там тоже можно. Он убегает на Фурионе. Рики, пуловы на базу. Точно, нужно. Нужно. Пуловым на базу нужно. Ну, забавно выходит все равно. Но Рики основной тот персонаж, да, Рики, БХ и Боник. Основные герои. Жалко, нету больше таких мобильных инвизеров именно. Именно мобильных. Ой, ладно, не схавал, хрен с ним, это не столь важно. Я не этот, не успел. Гоу. То есть инвизы побежали. Таракашки. Таракашки побежали. Опа, ждем. Жесть. Это жестко, не знаю. Жестко, жестко. Опа, кентаврион. Захилю, дядь. Кентавриха. П. Кентавриха. Гоу, вместе. Сентри додумались они взять, между прочим. О, не попал чуть-чуть, да? Так, ну души, души. Хорошо. То есть вивера хп закончились. Тут подождем. Тут подождем сейчас. Пацаны по-любому выйдут.
А мы с инвизами такие крисы сидим в засаде. Опа, засада, засада. Засада произошла, пацаны, поехал. Просто бедная цеп. Боже. Ой-ой-ой, что это за дерьмо? Боже. Просто, я не знаю. Кринж, кринж, кринж. Кринж кринжовый. Ребята сентрики еще не ставят. Гоу. Где мои инвизеры? Жми. Ребята, там БХ. Всех ждем. Всех ждем. Ну че ты, в инвиз зайди. О, найс. И БХ ждем, ждем. Ждем, ждем, ждем. Оп, хорошо. Хорошо. ТП. Все на телепортах, давайте. Массовый крысиный побег. Крысиный побег. Жесть, смотрите. Инвизеры идут. Инвизеры идут, все убегают. Уриона бы поймать. Жесть, это забавно, не знаю. Ой-ой-ой, мне надо крипа скушать сначала. Пойду крипа хапну. И погнали. Ребята там дерутся, крысиный побег. Просто крысиный побег. Жесть. Ой, мне надо, чтобы урну кто-то пересобрал. Мне урна вообще, блин, тяжело с ней. Не то, что тяжело, не могу раскликать. Просто мне нужно слот покупать. Ребят, сейчас захиливаю. Хиляю вас. Хорошо. Давайте тут крипочков заберем. А что будем собирать? Ну тут, конечно, что-нибудь в дамагу лютую какой-нибудь, чтобы вообще было. Ну, лучше дагер, конечно. Но так как это у нас, блин, я не знаю, это стратегия инвизов, да, то почему бы не собрать еще инвиз? А что если все инвизеры, да? Это ж такая видосина у нас. Ждите. Ждите. Я иду. Я иду. Вечно я ныру куда-то торопятся. Опа, все крысы здесь. Все крысы здесь. Все крысы здесь. Хорошо. БХ взял урну. Так, урна есть у БХ? Есть. Хорошо. Скади возьмем. Я урну продам. Скади берем. Жди. А, там сентри есть. Так, нападение крыс. Крысы нападают. Крысы напали. Что за юла? Что за юла? Жесть. Ой-ой-ой. Это такой прессинг забавный получается с этими инвизами. Забавный прессинг. Крысиное нападение. Пятером, га? Сейчас скрипчика еще захаваю. Скади есть. Нейрук торопится постоянно. Я бегу. Сорян. Гоу. Гоу, крысить. Опа. Опасные крысиные нападения, смотрите. Поехала. Боже, вылазим. Весь состав вылез такой. Ух ты, куда побежал? Крысиное нападение. Крысиное нападение. Хорошо. Да, чуть не торопиться вообще. Будет по кайфу. Крысиное нападение.
Надо на Ctrl-V забиндить, короче. Кстати, забинжу я на Ctrl-V. Крысиное нападение. Вот так сделаем. Будем нажимать просто Shift и Enter. Ага, не работает так. Надо писать крысиное нападение. На транслите только надо писать. Окей. Крысиное нападение. Нападение. Вот так вот делаем. Хорошо. Чтобы было интересней. Отлично. Крысиное нападение. Опа, жди, жди, жди. Жди, жди. И ульти его. Крысиное нападение. Там еще кто-то был. Стой, дядя. Крысиное нападение, вообще жесть тут у нас. Пятером просто. Есть ТПшки у нас? ТПшки у всех есть, да? Хорошо. Так, ну-ка, стой. Хорошо. ТП есть? ТПшки. Так, 4 ТП. ТП же, смотри, заюлил кто-то там? А, не успел чуть. Чутка не успел. Чутка не успел. Да, не наруб там спалил. Там в целом наши все телепорты как бы видно по всей карте. Как бы извините. Давайте вот так возьмем. Жди. Он под колодец сейчас идет уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Даю армор, дядь. Вивер ультани, лапни в него. Мог лапнуть. А вот этого крипочка. Ну не, ну тут крысиное нападение такое. Крысиное нападение. А-а-а, куры слил я. Забыл совсем. Тю-тю-тю-тю. И это далеко. Б. Б. Это чересчур жесткое крысиное нападение. Так, а что у меня в куре было? Гем был, вот, точно. О, вот он, да. Это мой. Я слил куру. Жесть. Ульту не вкачал, рак. Ульту не вкачал, рак. Кура на топ сейчас по-любому побежит. А. Пешком. В один момент. А, он уходит. Тут надо, да, держи его. Держи его. Ох ты, лотарщик, прикинь. Там. Мне кажется, тут. А, нету, прикинь. Криса. Получается, о. Крысиное нападение. Жесть. Это жестко. ТПшки. Забавная катка. Всю игру так, если будем бегать, это забавно. Так, я инвиз всадил. Ура, лотар. Да, гоу, толпой. Ха! Побежали. Крысиное нападение. Что мы бегаем просто по карте в инвизах. Гоу, ищем. Го по лесу. По лесу походим. Опа. Жди, 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 жди. Опа, крысиное нападение пошло. Жесть. Юльчик вообще не в тему. Оп, хорош. Инвизы. Наруба только инвиз долго кдешится. Крысиное нападение. Крысиное нападение. Жесть.
Чё за фигня происходит? Самое смешное, что... Пятером. Самое смешное, что это, типа, если вместе вылазим, это вообще жестко получается. Что за Юла? Юла добил его. Ой-ой-ой, это жесть, кринжатина. Гоу. Лотары опсы. Уже бежит. Уже убегает. Парень на Фурионе. Надо опс, наверное, поставить, чтобы ловить. Никого на карте нет. Да прикиньте, как они сыкуют на карте, ведь вообще никого нет. Так, го дефицем. Го дефицем. А то Фурион работает что-то. Вторая смена у Фуриона. Вторая смена. Сейчас тревел купим. Лучше тревел 2. Хорошо. Первые два арта положи. Сейчас тревелу вторую возьму. Хорошо. Чуть фарману, потому что тут надо отдефиться. Фурион грязнюк. Грязнюка. Вот тут надо, дядь. Крысиное нападение. Фурион не понял еще. Сразу такой, вот здесь, вот здесь. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот он, вот он. Крысиное нападение. Хорошо. Хорошо, отлично. Хорошо. МХ! Жесть, как он горит. МХ! Омника! Жесть, прикиньте, как жопа горит очень по-страшному. Ой-ой-ой-ой-ой. Тревел 2, ребята, все. Все тревел 2, плюс так. 16-й апнул. Можно так выразиться. Оу, пробежимся. Хорошо. Опа. Крысиное нападение. А где все? Вот здесь вот, наверное. Опа. Вот он. И убегать. Опа. Погнали. Крысиное нападение. Видочкочкор. Крысиное нападение здесь, собственной персоной. Жестко. О, ЕСФа можно туда же. О, хорош, крысиное нападение сработало. Бэго. Жесть. С базы сейчас все сделаем. Хорошо. Парни, пятером го, пулзы. Пятером именно. По инвизам. Аккуратно вместе. Виверу только немножко неудобно, но он тоже может двигаться. Гоу. Инвизы крисные. Крисы инвизные. Поехали. Оба, пошло дело. Жесть. Крисиное нападение. Хорош, это вот туда. Прикинь как, 5 инвизов выбегает. 5 инвизов выбегает, и душнилово начинается. Хорош. Юл еще туда же.
Еще туда же. А, даешь. Хорош. Крысиное нападение. Жесть. Что за хрень вообще происходит? Кентавр просто покинул игру. Ой-ой-ой. На это на вставочку. Жесть. Это жестко. Это жестко, ребята. Чисто 35 минут активной игры с этим крысиным нападением. Это я хз. Это я хз. Я прям не знаю даже, что тут добавить по этой катке. Чисто крысиное нападение. Жестко. Так, ну что? Ребята сейчас топ будут дефить. Соберитесь. Гоу. Трансформеры, собираемся. Собираемся. Так, Рики идет. Рубчик. Тревела купят пусть. Жесть. Это не чат ПП, наверное, напишут уже, да? Жесть. Так, ну, go, travel. Крысы, крысы, go. Крысы, go. Погнала. Никого нету. То есть просто все вышли уже. О, ждем, ждем. Под колодец, не-не-не. Ждем, сейчас выйдет. Крысиное нападение. Го. Крысиное нападение. Просто с инвизом побегали. Жесть. Ой-ой-ой. Жесть. Куда слишком наглое ТП дает? Крысиное нападение. Жди, жди, жди. Крысиное нападение. Ой-ой-ой. Это жесть. Ну, ребят, ну, в принципе, порофлили. 40 минут порофлили. Оппоненты не выдержали такой приколюхи. Вместе. Вместе, гоу. Инвизеры. Жесть. Гоу туда. Вместе, вместе. Все, погнали. Вот тут, наверное, будет. Так, у меня инвиз заканчивается. Там уже Фурион пытается договориться. Опа. Крисы. Крисиное нападение. Зачем бы не улети его? Боже, все инвила собрали уже. ТП, ребятки, все ТП. Массовый отход. Из-за фурионов. Жесть. Крысиное нападение. Крысиное нападение. Просто крыс... А, молния добила, жесть, вообще жестко. Чё за фигня вообще, чё-то происходит. Ой-ой-ой. Я тоже... Короче, Юл. А что если Юл? Вылазим и Юлим. До смерти. Пацаны. И вылазим, и Юлим до смерти. Ой, ну все, ГГ. ГГ. Ребят, ну такая фановая получилась карточка. Жалко, не успели мы с евлами еще пофаниться. Я не знаю. Вот, ну что можно сказать? А что если? Крысы инвизные, да? Но получилось прикольно. Оппоненты хорошо держались. Было забавно, рили.
И вот такой вот получился у нас фановый видосик. Обязательно поставьте лайк, ребятки. Не забывайте другие смотреть видосики, рубрики «А что если?». Ну и, в принципе, писать в комментариях, какой еще видосик бы вы хотели увидеть. На этом все, ребятки. Надеюсь, вам каточка понравилась, фановая. Спасибо всем за просмотр. И с вами был Ксназос. До скорого, друзья.